behavior has its own ideals, its own standards, its own ways of life. Differences of outlook are therefore inevitable. It is what we do about those differences that is crucial. Attempts to exploit them to the advantage of any nation or group of nations can accomplish nothing wholesome or constructive. Let us beware of recrimination, of charge, and of countercharge. Let us, with goodwill, patience, and forbearance, pursue the course which leads to resolution and not to exploitation of differences. Let us proceed with the business of this assembly, all of us determined to work together in the interest of peace and understanding among the nations. In this way alone can we produce a record of accomplishment worthy of the respect of all the peoples of a united world. Господа делегаты, в общей дискуссии по отчету генерального секретаря нам представляется возможность высказаться как по отдельным вопросам, интересующим ту или иную страну, так и по общим вопросам международного сотрудничества. Не замалчивать имеющиеся недостатки, а уже в самом начале скрыть эти недостатки и позаботиться о недопущении их в дальнейшем. Понятно, что это в первую очередь относится к Совету Безопасности, поскольку ему повседневно приходится иметь дело с важными проблемами защиты интересов всеобщего мира, где нередко сталкиваются интересы и взгляды отдельных государств. Возьмите вопрос об Испании и иранский вопрос. Против Франко у Совета Безопасности, а еще раньше и у Генеральной Ассамблеи, не нашлось ничего, кроме общей декларации. Взяли на себя моральную ответственность за бездействие в отношении опасного очага фашизма в Европе. Что касается иранского вопроса, то он возник в связи со сроками пребывания в Иране, находившихся там по договору некоторых советских воинских частей. И даже тогда, когда эти воинские части полностью покинули иранскую территорию. В экономическом завете, как и для Международной ассоциации признанных автомобильных клубов, как для Национальной ассоциации по розничной продаже сухих фруктов и тому подобное. Не пора ли здесь исправить положение, которое не соответствует элементарным принципам демократизма? Или, господа, обратите ваше внимание на положение дел с вопросами установления международной системы опеки. Разве вы не слышали здесь, на Генеральной Ассамблее, ее голоса о поддержке и помощи? Нельзя остаться глухими ко всему этому. Пора признать справедливые требования Индии. Равным образом, Голландия должна признать справедливые требования народов Индонезии. Я не буду... Так распоясались, пользуясь покровительством британских оккупационных войск. Возьмите еще один пример. 2 месяца тому назад советский представитель внес следующее предложение в Совет Безопасности.
обязать государства, являющиеся членами Организации Объединенных Наций, представить в Совет Безопасности в двухнедельный срок следующие сведения. Первое. В каких пунктах территории Объединенных Наций или иных государств, за исключением бывших вражеских территорий, и в каком количестве расположены вооруженные силы других Объединенных Наций? Второе. В каких пунктах на указанных выше территориях расположены авиационные и морские базы? Создает угрозу, против которой существует по крайней мере два средства. Монопольное владение атомной бомбой не может продолжаться долго. Применение атомной бомбы будет запрещено. Следовало бы должным образом оценить эти авторитетные заявления, эхо которых пронеслось по всему миру и нашло сочувственный отклик в сердцах многих миллионов людей. Как известно, существуют два различных плана в вопросе об использовании атомной энергии. Я имею в виду план Соединенных Штатов Америки. Все это говорит о том, что план Баруха и по существу, и по форме не отвечает интересам Объединенных Наций. Существует и другой план в отношении атомной бомбы, предложенный Советским Союзом. В основе этого плана лежит совсем другая установка. Мы, советские люди, не связываем своих расчетов на будущее с использованием атомной бомбы. Вспомните и о том, что Генеральная Ассамблея уже высказалась за исключение атомного оружия из национальных вооружений. Следовательно, нет никаких оснований откладывать принятие предложенной Советским Союзом Международной конвенции о запрещении производства и применения атомного оружия. Только приняв такое решение, мы создадим условия благоприятные, обеспечить правильное направление ее работы. Для этого необходимо, чтобы среди народов укреплялось уважение к принципам этой организации. Для этого также необходимо, чтобы атаки и наскоки на эти принципы встречали должный отпор. Тогда имеющиеся недостатки в ее работе будут преодолены. Тогда Организации Объединенных... В интересах укрепления международного мира и безопасности и в соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея признает необходимым всеобщее сокращение вооружений.